играть с вами, с родителями на ярмарку, за гостиницами уехали. Аленушка и брат с Иванушка не послушались. Убежали в лес и заблудились. А посреди леса печка стоит. А в печке пирогов набит, как щеленок в бочке. Удивились сестрица Аленушка и брат с Иванушка. А печка говорит страшно, говорит человечьим голосом: «Повесьте, детки, моих песков!» Иванушка обрадовался, а ему Аленушка сыпчет на утро: «Кусай песков!» Но малышка не послушался ее брат Иванушка. Еще пирожки умел. Ну и начал мыть. Пичачу, пичачу. А Аленушка сказала: «Я так и знала». А этот брат, как назло, еще и икать начал. А тут бац, и молочная река, кисельные берега. Аленушка сказала: «Ладно, не ной. Сейчас я косильку с молочком тебе дам». А Иванушка невоспитанный, солнце ничего не звонит. По траве катается и визит. Пить хочу, я пить хочу. И сказал: «Я вот из козленой, я вот из узы попил». И там дальше... Дальше резейки стал, язык выставил, и потом пить собрался. А Аленушка, как на виду, в кищении не завязывала. И она говорит: «Не пей, Иванушка, козленочком станешь». А Иванушка не воспитан, Иисус ничего не делает. Ну и потом... обращает за себе прихлебывание. В воде потом микробы были. Вот дальше там... И дальше там он прибрал. На него сырти собрался. Дальше там лесная яблонька. Она ласка так говорит: «А попробуй-ка, Иванушка, моих яблочек». Иванушка попробовал, и у него сразу на голове рога выросли. А на ногах капуты. И потом он стал козленком.